Ожидал ли оказаться в старте, и как вообще в целом оценишь игру команды и свою лично? Ну, ожидал, потому что после «Динамо» Бреста с тренером поговорил, он сказал мне, чтобы подготовил себя, поэтому могу сказать, что готовил себя всю неделю и знал, что буду играть. А по игре скажу, что интересная игра была. Я думаю, что всем болельщикам это понравилось. Я, конечно, больше Гомельным болельщиком, поэтому это дерби, дерби юга, как говорится, поэтому мы это знали, мы настраивали себя. И думаю, что так много, так напряженная игра, много боевая такая, много момента и с одной, и с другой стороны. Поэтому, скажу так, первый тайм закончился счетом 2-2. И мы немножко в раздевалке поговорили, сказали, как надо играть. И думаю, что второй тайм мы намного лучше сыграли, чем Славия. И думаю, что мы заслуженно выиграли эту игру. Это еще показывать. После Бреста прошло совсем немного времени на подготовку. Хватило ли вот буквально там 3-4 дней для того, чтобы восстановить силы? Ну, знаете как, я могу сказать для себя, мне хватило, потому что я в Бресте вышел там на 25-30 минут и себя настраивал. Я знаю, что я когда пришел в Гомель, большое ожидание, и я это знаю, и я, молчал, тренировал, слушал тренерский штаб, потому что мне самое главное, что тренер думает. Я сказал, когда пришел, мне самое главное, чтобы Гомель выигрывал. А если я забью, если я даю голевую, это столько будет плюс на это все. Поэтому я всегда буду рад, если мы выиграем. Даже если Ковалев каждую игру будет забивать, я всегда буду безусловно рад, потому что наконец хочу играть в команде, которая есть задачи и которая играет хороший футбол, как мы играем с этим тренерским штабом. Поэтому это мне больше радует всего. Самый сложный отрезок игры сегодня, на твой взгляд? Я могу сказать, два было. Первый был, когда мы выигрывали 1-2, где-то после нашего второго забитого мяча, 10-15 минут такое напряженная игра была. И скажу, когда мы забили третий мяч на 2-3, когда Юденков забил хороший гол, тут тоже было 10-15 минут стабилизировать игру, найти баланс. И могу сказать, что мы это успели, и еще раз повторяю, что мы наиграли эту победу, и думаю, что болельщики Гомеля будут рады, как и команда.